Крошку ангела сочельник Бог на землю посылал. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкою сказал: елку срубишь, и малютке самой доброй на земле, самой ласковой и чуткой, дай как память обо мне. В Царево-Никольской воскресной школе прошел конкурс чтецов в рамках 21-х городских рождественских образовательных чтений. Тема этого года – православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего. В конкурсе приняли участие более 70 ребят. Этот конкурс ежегодный, он проходит в рамках муниципального этапа образовательных чтений, посвященных празднику Рождества Христова. Это наш совместный проект, посвященный прежде всего духовно-нравственному воспитанию детей. Ребята были разделены на 4 возрастные группы. Участниками стали как воспитанники детских садов, так и школьники округа. К прочтению на конкурсе допускались стихотворения, посвященные Рождеству и поэзии Отечественной войны 1812 года. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имелось для начала друг один и враг один. В рамках рождественских чтений дети прислали рисунки и поделки. Всего подготовили более 140 работ. Поделки стали украшением елки в воскресной школе, а рисунки будут выставлены на стендах в Никольском храме. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.